столичном регионе разыскивают 5 заключенных, которые минувшей ночью сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Среди них Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве владельца мясной империи Владимира Маругова в ноябре прошлого года. Как удалось совершить побег и могли ли помочь сотрудники изолятора? Дмитрий Гусев подробнее. 6 августа. На часах 2 часа 28 минут. По ночным и безлюдным дворам подмосковной Истры быстро идут 5 человек. Только что они сбежали из изолятора временного содержания, расположенного в городском отделе полиции. 4 уроженцев Молдавии были задержаны за кражи. Это Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. 5-й обвиняемый в убийстве и похищении человека Александр Мавриди. В 2 часа 47 минут беглецы последний раз попали в объектив камеры видеонаблюдения. Их следы теряются возле железнодорожного вокзала. Возможно, дальше они уехали на автомобиле. Следователям Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания, приведшего к побегу 5 человек. Сейчас известно, что накануне вечером Мавриди, пока по непонятной причине, перевели в камеру, где находились остальные 4. При этом подозреваемый в убийстве стал 7-м человеком в 6-местной камере. По одной из версий, дежурный полицейский не закрыл окошко, предназначенное для передачи пищи. Через него подсудимые открыли дверь, незамеченными вышли во внутренний двор, сбили навесной замок на воротах и убежали. Понятно, что весь этот процесс сопровождался шумом, однако полицейские заметили отсутствие задержанных лишь утром. Еще 2 человек, которые остались в камере, заявили, что спали, якобы ничего не слышали и не видели. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега 5 подсудимых из изолятора временного содержания в Истре. В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Александра Мавриди обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Тот занимался производством мясной продукции, за что получил прозвище «Колбасный король». Коммерсанта застрелили из арбалета в собственной бане в деревне Аносино в ночь с 1 на 2 ноября прошлого года. Александр Мавриди оказался знакомым бывшей жены коммерсанта, которая судилась с Маруговым из-за бизнеса. Истинные мотивы преступления в Следственном комитете пока не называют. Во время обыска в квартире подозреваемого был обнаружен пленник Алексей Завгородний, от которого требовали переписать квартиру. Суда Александр Мавриди ждал в СИЗО, но некоторое время назад был переведен в Истринский изолятор временного содержания для проведения следственных действий. Очередные должны были состояться сегодня днем, последние 11 августа. Стоит отметить, что в ИВС охрану осуществляют полицейские, а не сотрудники ФСИН, и она значительно слабее. Ориентировки на беглецов разосланы в соседние с Московской областью регионы. На дорогах усилены полицейские патрули. Следователи практически уверены, побег был не спонтанным, а хорошо и заранее организованным.